Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам свой дом в Майнкрафте по Expedition. Возможно, многие хотели взглянуть на мой дом, но такой возможности их не было. Но теперь такая возможность у вас появится в Майнкрафте, друзья. Да, я создал свой дом в Майнкрафте. Ну что ж, давайте начинать обзор. Во-первых, вы появляетесь вот в таком садике. Ну, давайте начнем, наверное, с самого начала и скажу, что карта была сделана всего лишь на 50%. То есть 50% еще отсутствует. Вот мы заходим в передний садик, друзья. Пошел внезапно дождик, это неожиданно. И здесь у нас стоит, друзья, вот такая бочка, из которой я всегда черпаю воду и поливаю вот эти цветы, которые сейчас находятся в клумбах. Здесь немного вытарчивают деревья, так и есть. Но маленько давайте приближимся по двору. Здесь у меня находится гараж. Ну, здесь, по идее, должна быть машина. Но машина занимает слишком много места, поэтому добавлять я ее не стал. Идем дальше. Здесь у меня дробница, друзья. Вот так сложные дрова. Да. А здесь вы можете просто отдохнуть. Просто сесть и, друзья, отдохнуть. Ну, а над вами находится вот такая яблоня. А здесь находится маленький сарай, в котором лежат вещи. Ну, или ненужный хлам, друзья. Идем дальше, а здесь мы видим уже большой сарай, в котором также лежат ненужные вещи и нужные вещи, и лежит мой велосипед. Ну, мы его закрываем и идем дальше. Дальше нас идет, друзья, вот такая баня. Да, у нас перед баней, как видите, мы можем сесть. Мы видим, друзья, холодильник и видим вот такой столик. А здесь у нас уже сама баня. А здесь вы можете просто посидеть, друзья. Ну, я, походу, сделал слишком высокую вот эту сиделку, но я уменьшу, друзья, ладно, да. Когда вы скачаете карту, все будет уже улучшено. Но вторая версия карты выйдет немного попозже. Но мы идем дальше, друзья. Это уличный туалет. Да, наверное, у всех в частных домах есть уличный туалет. И выглядит у нас вот так. Здесь есть даже и бумага, которую вы как бы можете использовать. Здесь еще мини-сарай, друзья, вот такой сарайчик. Ну и вот эта дорога у нас выходит на задний огород. Ну, он вообще не сделан. Здесь добавлена только будка. Ну и задний огород мне делать, да и делать, потому что в нем очень много всего. И он очень друзья, он просто очень большой. Давайте зайдем в мой домик. Ну, здесь мы видим сени, там мы видим библиотеку, да и книжки, вправду, у меня там есть. Ну, и сейчас мы зашли на мою кухню, друзья. Ну и здесь мы видим, вправду, кухню. И давайте, наверное, пойдем в мою комнату. Да, и вот моя комната, друзья. Здесь мы видим компьютер, видим окно, друзья. И вы можете пройти дальше, друзья. И просто посидеть на таком уютном диванчике. И повтыкать вот такой телевизор. Или посмотреть, что у меня лежит в шкафу. Ну, в шкафу, конечно, у меня ничего лежать не будет. Потому что это наш Майнкрафт. Или вы можете маленько потренироваться на вот такой лестнике. Ну, или можете даже поподтягиваться. Если сможете сделать, конечно, в нашем ваниле Майнкрафте. Но вы знаете, что вы не сможете это сделать. Поэтому вы не сможете это сделать, друзья. Да. Ну что ж, вот такая карта была у нас сегодня. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.